Приветствую всех на своем канале Обзор Времени. Сегодня у нас на обзоре часы Casio G-Shock с номером модели GMW-B5000D1E. И перед тем, как показать вам данные часы, напомню, что любые часы с наших обзоров и не только с обзоров вы можете приобрести, перейдя по ссылке, которая находится в описании под этим видео. Там есть ссылка на наш магазин, и в принципе в поиске вы можете найти любую подходящую для вас модель. И если вы досмотрите видео до конца, то вы сможете узнать, как получить дополнительную скидку на приобретение в нашем магазине. А теперь давайте распакуем уже привычную для часов G-Shock коробку, где сверху мы убираем макулатуру, а внутри мы должны найти металлическую банку. Уже непосредственно под крышкой данной банки мы находим наши часы. Стоит сразу же сделать оговорку, что часы у нас из старшей ценовой категории, и они заслуживают того, потому что часы действительно сделаны на высшем уровне, и несмотря на свои небольшие габариты, часы вмещают в себе просто невероятный функционал. И давайте же обо всем по порядку. Если говорить о материалах изготовления, то здесь практически все выполнено у нас из нержавеющей стали. Это браслет, застежка, задняя крышка, корпус, безель и кнопочки под вес каждой стороны. Если говорить про браслет, то он выполнен у нас из мелких звеньев, и звенья у нас, кстати, литые. Застежечка уже привычная для часов G-Shock и даже некоторых Edifice, где есть два фиксатора по бокам, при нажатии которых застежка раскладывается. Если говорить о корпусе, то, конечно же, это уже стандартный корпус для 5600 моделей, поэтому он у нас достаточно привычный, но в металле такое увидишь нечасто, поэтому, как вы видите, все это смотрится действительно очень так вот массивно, по-мужски, по-холодному, но при этом, опять же, компактные размеры, и, как я говорил, что это более такая премиальная модель G-Shock, потому что она у нас напичкана очень большим набором функций, о котором я сейчас вам и расскажу. А теперь давайте же заглянем на наш циферблат, который защищает минеральное стекло. К моему сожалению, именно текста на вставке в циферблат слишком много. Я бы предпочел, чтобы этого текста вообще не было. Но я думаю, действительно при таком функционале можно запутаться, и поэтому здесь они сделали пометки обозначения некоторых клавиш. И на самой вставке мы можем найти такие надписи, как TAUF Solar, Bluetooth и MultiBand 6. Говорит это о том, что здесь есть солнечная батарейка, есть функция Bluetooth и есть радиокоррекция времени. И это еще не все. Давайте рассмотрим сам циферблат, который представляет из себя графическую ЖК-область. Мы видим, что у нас сегодня вторник, и даже по-русски нам часы об этом пишут. 16 число, 4 месяц и отображение цифрового времени. И также есть некоторые индикаторы, на данный момент это PS и буква P. PS говорит о том, что у нас включен режим экономии энергии, а буквочка P означает, что у нас включен формат времени до полудня, либо же после полудня. Функционал в этих часах достаточно обширный, и начнем мы, пожалуй, с того, что мы можем нажать кнопками. Итак, мировое время для 5 избранных городов мы можем задать через смартфон 5 избранных городов, для которых нам будет отображаться мировое время. 5 независимых будильников с функцией ежечасного сигнала. Секундомер, таймер и опять же режим текущего времени. Я не буду показывать вам в этом видео, как работают часы в связке со смартфоном, а вот здесь вот справа в углу будет подсказочка на обзор, где я обозреваю часы немножко в другом цветовом и материальном исполнении, но уже показываю все функции и показываю, как часы работают в связке со смартфоном. Поэтому, если вам интересно, то переходите на следующий обзор и посмотрите. А сейчас давайте разберем далее именно эту модельку. Моя кисть в обхвате 18 сантиметров, и на моей руке эти часы смотрятся достаточно хорошо по размерам. По размерам конкретно это 49 на 43 миллиметра и 13 миллиметров они у нас в толщину. И весят эти часы около 170 грамм. Я считаю, для часов на металлическом браслете это немного, тем более, что браслет у нас литой. И опять повторю, что часы все-таки компактные. И для тех, у кого рука небольшого размера, эти часы подойдут 100%. Эти часы умеют настраивать время тремя способами. Первый способ – это вручную, второй способ – это радиокоррекция времени, и третий способ – это через смартфон, через Bluetooth.
Конечно же, эти часы всегда будут показывать вам точное время, потому что, как вы видите, способов предостаточно. Также не стоит забывать, что это G-Shock, а значит часы ударопрочные, и они не боятся падений и каких-то механических воздействий. И повторюсь, что здесь есть у нас солнечная батарейка, которая не позволит часам разрядиться, и если вдруг они все-таки разрядятся, то опять же, здесь есть режим сохранения энергии, и вы сможете в любой момент их подзарядить, и не придется нести и менять батарейку в специальный сервис. Как по шаблону, мы привыкли видеть, что в часах G-Shock 20-баровая водонепроницаемость, и эти часы не исключение, и также на вставке циферблата есть информация об этом. С этими часами можно не только плавать, но и погружаться на глубину, и им ничего не будет. По поводу подсветки в данной модели, она здесь классная и быть другого не может. Во-первых, смотрите, какое плавное, скажем так, появление и затухание у этой подсветки, и насколько ярко здесь все высвечивается. Я считаю, классно сделали, красиво смотрится, вот эта плавность действительно придает изюминку данной подсветке. Ну и в конечном итоге, я думаю, стоит собрать всю информацию воедино и повториться. Во-первых, материалы. Это сталь во всем. Это полностью стальные часы, при этом смотрится все действительно очень классно. Во-вторых, это функционал. Функционал шикарный. Помимо стандартных функций, здесь есть Bluetooth, который упрощает пользование часами через смартфон. Как видите, здесь есть русский язык, но русский язык, к сожалению, только в режиме текущего времени. То есть, если мы перейдем в режим мирового времени, то здесь будет отображаться все у нас, опять же, на английском языке. Не страшно, конечно же, потому что самое главное, это у нас день недели, потому что часто можно было запутаться, если кто-то не знал их на английском языке. Ну и опять же повторюсь, 20-баровая водонепроницаемость, которой можно погружаться на большую глубину, солнечная батарейка, радиокоррекция времени и компактные размеры. Я считаю, часы получились очень удачными и найдут своего покупателя. Поэтому если данные часы вам понравились, то на нашем сайте вы сможете их приобрести со скидкой, а получить дополнительную скидку вы сможете, применив промокод, который видите сейчас на экране, или же в описании под видео, где находится и ссылка на наш магазин, и там же прописан наш промокод. Оформляйте заказ, вводите промокод и получаете данные часы по самой лучшей цене, да еще и со скидкой. Мы продаем только оригинальные часы с полным комплектом, гарантией и доставкой по всей России. А кому понравился сегодняшний обзор, поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующий обзор. Пока!